Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кисель, и сегодня мы с вами будем разговаривать по поводу завода, по производству завода. В дальнейшем нашем расширении базы потребуется построение гигантского количества производственных мощностей, и для этого нам нужно много заводов, много конвейеров, подземных разделителей, манипуляторов и прочего. Так что давайте-ка мы это дело начнем с производства заводов. Ну что ж, друзья, с вас как всегда лайк, подписочка, а с меня контент. Поехали! И начнем мы с того, что нам необходимо. Давайте смотреть. Нам нужен синий завод, сборочный автомат 2. Так, и сборочный автомат 1. Железная плита, железная шестерня, электросхема. Так, ага, сборочный автомат 1 требуется. Давайте начнем-то работать с сборочного автомата 1. Железная плита, железная шестерня и электросхема. Для этого просто нам нужно отвести железяку и отвести зеленую электросхему. Все правильно? Правильно. Давайте-ка мы этим делом займемся. Так, начинаем с вывода железа. Блять, корявый. Так, это дело сделали. Так, тут нужно вернуть. Все, супер. Делаем вывод. Все, мы это дело вывели, считай. Сделать будем где-нибудь вот здесь, чтобы нам особо ничего не мешало. Сейчас давайте еще проведем. Все, это у нас есть здесь. Теперь зеленая электросхема. Бежим за ней. Ну, где-нибудь вот здесь вот. И подземные конвейеры. Да что ж такое-то? Ага, как интересно. Как интересно получается-то. Ну, дурак есть дурак, неизлечимо. Угу. В самый раз. Так, это добро мы вывели. Так, теперь смотрим. Дальше. Нам нужно произвести железные шестерни. Ну, давайте-ка поставим. Сколько нам нужно на одну? 5. Делается 6,7 секунд. Ага. А это делается у нас по времени? 0,5 секунд. То есть за то время, пока эта штука будет производиться, один завод сможет у нас произвести таких 14. То есть одного, в принципе, хватит. Блин, нафига я поставил его делать. Ставим один завод. Вроде я ничего не перепутал. Один завод по производству шестерней. Угу. Это дело у нас есть. Подрубаем. Все, ты теперь работаешь. Дальше. Ставим сам завод по производству заводов. Угу. Это дело тоже у нас есть. Все это дело подключаем. Сейчас посмотрим, будет ли нам хватать. Ну, вроде, да. Сейчас посмотрим. Давайте-ка поставим ящичек пока что. Пусть он будет стоять. Да что ж такое-то? Так, и смотрим, чтобы это дело у нас не проседало. Так, это можно подвинуть? Да, отлично. Смотрим. У нас проседает больше всего... Ну да. Железная шестерня. Ну, в принципе, можно еще один поставить. От этого же плохо ничего не будет, правильно? Правильно. И выведем на подземный. Так, ставим раз, ставим два, ставим три, ставим четыре, соединяем. И получается все хорошо. Так, понеслась. Все, это дело делается. Давайте-ка пока приостановим. В дальнейшем нам нужно уже делать синие. А для синих нужно все то же самое, только нужно завести сюда еще стальную балку. И в принципе соединить производство этого завода с другим. И все. Давайте-ка попробуем. Так, тут у нас есть, кстати, местечко. Да. Так, давай отсюда возьмем. Угу. Так, как бы нам это, блядь, еще раз провернуть?
Ну давайте вот такую манипуляцию сделаем, да? Блин, криво, конечно, но ладно. Все равно это все временно, потому что когда поставится завод по производству всего, нормальный уже завод, а не то, что было, будет все прекрасно. Так, иди лесом. Так, это дело тут есть. Давайте-ка вот так вот сделаем. Здесь мы это удалим, поставим еще один завод по производству заводов, собственно, сборочных автоматов. Выставили. Подводим сюда это дело. И что сюда еще нужно? Ага, сюда еще нужно и это, собственно. Так, хорошо. Так, надо подумать, как бы это провернуть. Как бы это сделать? Нам нужно подвести еще сюда, получается. Ну да, только электросхемы. Но тут немножечко неудобно. Давайте-ка здесь пока обрубим. Сделаем вот так. Сделаем вот так. Угу. Так, а это дело мы проведем вот таким вот образом. Да ё-моё. Так, отлично. В дальнейшем ставим так. И нужен еще будет заводик один по производству шестереночек. А вот с этим могут быть проблемы. Давайте куда-нибудь сюда его воткнем. Также через подземный проезд все это дело пропихнем. Ага. Ага. А вот это вот нехорошо. Но это можно решить. Запускаем его. И подрубаем везде электричество. Раз электричество. Два. А что не работает? А почему не работает? А, понял. Так, все подрубили. Теперь к основному питалову. Так, отлично. Все поехало, он начал работать. Закидываем сюда заводы, которые у нас в кармане. И смотрим, что происходит с аккумулированием шестерней. Конечно же, я забыл поставить сюда манипулятор, чтобы все это дело выводить. И ящик. Я думаю, сотни нам будет достаточно. Да, на тот завод сотни нам будет, скорее всего, достаточно. Давайте хотя, знаете что, 2 сотни сделаем. Пусть делаются до 2 сотен, потом все это производство встанет. Мы все это возьмем, все это потом удалим к чертям. Да, так и сделаем. Фух, ну с этим у нас все. Теперь вы знаете, как сделать нормальные заводы, точнее сборочные комплексы. Но в дальнейшем нам придется такое же провернуть с конвейерами и манипуляторами. Да, это будет дело надолго. Ну что ж, друзья, у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Факторио. Там уже много прохождений. Также ссылочка на Инстаграм, группу ВК, Дискорд сервер и Телеграмчик. И в каждой из этих соцсетей публикуются видосики, которые я выкладываю, потому что, как мы говорили, мои подписчики, YouTube не всегда отображает у них новое вышедшее видео. Так что подписывайтесь куда вам удобно, либо везде, если хотите. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока.